После событий в Курской области, желающих присоединиться к своим на передовой, резко возросло. Очередная группа добровольцев отправилась к местам несения службы. Гуманитарную помощь жителям Курской области отправили сотрудники Управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии. Труд добровольцев, которые на протяжении длительного времени отправляют гуманитарную помощь в зону СВО, отметили в Никольском соборе Черкесска. Водопады, реки, озера, высокие лесистые горы и сосновый лес – таким предстает Архыз перед гостями Карачаева-Черкесии. Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» Вести Карачаева-Черкесия. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил жителей Абхазии и Южной Осетии с днем признания России независимости республик. Историческое событие произошло ровно 16 лет назад. Путь к независимости был нелегким, но братские нам народы с честью и достоинством прошли выпавшие на их долю испытания. Светлая память тем, кто отдал свою жизнь за свободу республик. Сегодня Абхазия и Южная Осетия не просто самостоятельные государства, но и динамично развивающиеся республики. С Россией, в том числе и с Карачаево-Черкесией, связывают особые отношения, основанные на многовековой дружбе и добрососедстве, которые, безусловно, из года в год только крепнут, говорится в поздравлении Рашида Тимрезова. Родина их позвала, они откликнулись. Очередная группа добровольцев, контрактников из Карачаева-Черкесии отправилась к местам несения службы. Ахмат Халкечев продолжит. Сотрудники пункта отбора при военном комиссариате отмечают, что в свете последних событий число желающих присоединиться к своим на передовой в борьбе за правое дело резко выросло. Да, войск у нас как бы есть военно-морской флот и сухопутные войска. Вот уже по выбору. По состоянию здоровья человек, как бы, если даже у него категория годности ВС стоит, это ну, прописано, это не в нашей компетенции, это вообще производит военный комиссариат, у них там есть список. Каким заболеваниям можно, каким нельзя. Главное, чтобы не было хронических заболеваний тяжелых. И чтобы возраст совпадал было до 64 лет включительно. После очередного повышения единовременных выплат, как региональных, так и федеральных, их общая сумма достигла 2 миллионов рублей. Новобранцы хоть и объясняют причину своего непростого решения разными словами, но главная мысль у них у всех одна. Ничто, кроме большой любви к родине и чувства патриотизма, не способно было их побудить взять в руки оружие. Когда они зашли на нашу территорию, в Курскую область, принял такое решение, что нужно пойти защищать. Вот многие друзья вот уезжают, мои вот близкие тоже. Просто вот появилось желание подписать контракт и уехать, чтобы родине помочь. Это в первую очередь. Для поступления на военную службу по контракту достаточно обратиться в военный комиссариат по месту жительства. Во всех военкоматах имеются прикомандированные инструктора по отбору, которые готовы оказать всю необходимую правовую и консультационную поддержку. Ахмат Халкечев, Виктория Карпенко, Вести Карачаево-Черкесия. От здания регионального управления Следственного комитета России отправился гуманитарный груз для жителей Курской области. Сотрудники ведомства на постоянной основе участвуют в общественной жизни нашей республики. На этот раз для людей, которые из-за вооруженного нападения ВСУ сейчас находятся в пунктах временного пребывания, при участии Республиканского отделения Народного фронта были собраны предметы первой необходимости и медикаменты. В Музее истории церкви и казачества при Никольском соборе Черкесска отметили труд добровольцев, которые на протяжении длительного периода времени отправляют гуманитарную помощь в зону специальной военной операции. Подробности у Артура Мхце. В один из 12 важнейших праздников в православном календаре Преображение Господне торжественные службы прошли во всех храмах страны, в том числе в Карачаево-Черкесии. Для добровольцев храма Николая Чудотворца в Черкесске этот день стал двойным праздником. Здесь также отдали дань уважения тем, кто помогает фронту. В Музее истории церкви и казачества собрались добровольцы и волонтеры, которые с самого начала спецоперации оказывают бойцам посильную поддержку. Кто-то плетет маскировочные сети и делает окопные свечи. Другие шьют или вяжут вещи для бойцов. Третьи ведут сборы на генераторы, рации для военных и доставляют помощь мирным жителям, детским домам в новых российских регионах. Это очень большой, колоссальный труд, причем это не труд от праздника к празднику, это постоянный труд.
То есть они ежедневно приходят в Николин уголок рано утром и, например, плетут маскировочные сети. Когда приходит сезон, мы изготавливаем окопные свечи, браслеты выживания. Вот сейчас отправили помощь в Курскую область. И таких неравнодушных людей, которых объединил Никольский храм, более 500. Поблагодарить их за доброе дело пришли представители общественных организаций. Несколько волонтеров получили благодарственные письма главы республики. Когда была объявлена мобилизация наших ребят, у нас в центре образования открылась такая небольшая группа единомышленников среди детей, педагогов, родителей в помощь этим ребятам. Потому что мы понимаем, что как бы государство ни помогало, всегда народ участвует в помощи нашим ребятам, солдатам, людям, которые в этом нуждаются. Мы еще открыли очень важное производство для фронта. Это производство беспилотников, дроны. Первую партию у нас уже взяли, отправили на СВО. Мы ждем ответа. Как бы производство налажено. Любые объемы можем выполнять. В Карачай-Черкесии не было такого производства, теперь оно будет, собственно, производство Карачай-Черкесии. Инициаторами мероприятия выступили сопредседатели регионального штаба Народного фронта Геннадий Жданов и духовенство Никольского собора. После награждения состоялось чаепитие, за которым ключарь Никольского собора протоиерей Сергий Кузнецов поздравил добровольцев и поблагодарил их за труды. Артур Мукце, Ольга Савенко, Ренат Муков, Вести, Карачай-Черкесия. Чистый воздух наполняет легкие, а журчание реки успокаивает душу. Идеальное место для отдыха от городской суеты и восстановления сил – Архыз. Некоторые туристы предпочитают отдых в отелях, а другие – в палатках. Почему рай в шалаше, узнавала Альбина Ламкова. Приезжаем зимой на лыжах здесь кататься, летом походить по горам, посидеть на полянке, послушать пение птичек. Подышать свежим воздухом, посмотреть на ваше великолепное небо, на яркие звезды. У вас небо необычайно темное, звезды необычайно яркие. У нас несколько иная природа. Хотя мы из Краснодарского края, нам очень удобно, потому что мы вроде бы недалеко. Но хорошая дорога, быстро добираемся. У вас очень гостеприимный народ. Все условия есть для отдыха. Хорошие поляны, речка чистая. Палатка, спальный рюкзак и побольше еды, потому как на свежем воздухе аппетит всегда хороший. Но все же главная причина поездки в Архыз – насладиться тишиной и покоем, прогуляться по лесным тропинкам, полюбоваться красотами природы. Здесь, как в раю, отмечают туристы из Краснодарского края. Их сопровождают верные четвероногие друзья, очень добрые и любопытные. Мы уже отдыхаем не первый год, любим такое вот уединение с природой. Мы очень любим туризм. И поэтому отдыхаем, где нравится, какие-то места выбираем и приезжаем. В этом году мы отдыхаем здесь, в Архызе. Зимой мы приезжаем сюда кататься на горнолыжный курорт. Семья Арготенкова из Ставрополя. Отдыхать в палатках и наслаждаться красотами уникальной природы Архыза уже стало доброй традицией. Всегда выбирают место возле реки. Она кристально чистая, горная и холодная. Но это не помеха для ныряния в нее. Вот эти места – это наше детство. И дети наши маленькие были, всегда мы сюда приезжали более часто. Сейчас, когда у них уже свои семьи, ностальгия по этим местам сохранилась. И когда мы приезжаем сюда, мы, конечно, вспоминаем и минуты детства, и то время, которое мы здесь провели. И всегда с радостью здесь бываем. Очень хорошо, что вот отведено такое хорошее пространство, и люди из разных уголков, я думаю, что здесь не только Ставропольский край, приезжают и в очень комфортных условиях могут расположиться и какое-то время провести. Для любителей активного отдыха есть возможность заняться рыбалкой, сбором грибов и ягод, а также отправиться в поход на вершину ближайшей горы. Каждый желающий может найти укромную долину с разнотравием и напиться минеральным источником вкуснейшей воды. В основном летом, но бывало и когда мы осенью приезжали, то здесь места очень богатые грибами, орехами и разные пейзажи, ландшафты. Очень красивый, свежий воздух. Из года в год, когда мы приезжаем, замечаем рост и развитие этой территории. То есть очень развивается национальная программа туризма. Мы заметили много обустроенных стоянок и для машин, и для туристов. Заметили большое количество, по сравнению с предыдущими годами, туристов из разных регионов нашей страны. Нравится отдыхать вот в подобных местах, то есть с горной местностью.
Ну и в будущем, конечно, я продолжаю, наверное, буду продолжать сюда приезжать. Ну, потому что это такое некое воссоединение с природой, так еще и моя родина. И, в принципе, красивое место, свежий воздух. Сын Татьяны Елисей считает Архыз своей родиной, так как самые яркие воспоминания детства связаны с его окрестностями. Летние каникулы он проводил в здешних местах. Сейчас он с родителями живет в Турции. Вроде бы тоже многие едут в Турцию, но мы все равно летом там не остаемся, приезжаем отдыхать сюда, потому что здесь все-таки места радуют разнообразием. То есть здесь и разные деревья есть, и горы, и реки, и очень приятные люди. То есть останавливаешься, они всегда посоветуют, что купить. И очень много здесь целебных трав, и настоев, и разнообразная национальная кухня, которая подходит на любой вкус. Невозможно оценить лесные запахи, тепло вечернего костра, красоту закатов и романтику отдыха в палатках, говорит Елисей. Именно эти воспоминания будут заряжать туристов до следующей поездки в Архыз. Альбина Ламгова, Ренат Мухов, Вести Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район. Наш коллега, телевизионный журналист ВГТРК, руководитель программы расследования Эдуарда Петрова и дежурная часть Эдуард Петров вместе с семьей посетил Карачаево-Черкесию. Насколько он оценил уровень гостеприимства нашей республики, об этом он рассказал Альбине Ламковой. Интервью смотрите далее.